Текс, раз, два, три, четыре. Вот теперь вообще за копейки. По 12 баксов это вообще просто ничтожная стоимость. Короче, можно закупиться прямо сейчас на фул и не париться. Напалм, пленка, все дела, это полная хрень. А мне этого не надо. А здравствуйте, дорогие зрители. Кстати, нету Евы. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найтвард. Ну что ж, ребята, продолжаем с вами играть в Биошок. В прошлый раз немножечко сгорел я. В моменте, когда я смог пройти в какой-то странный тайник. Честно говоря, я туда, ребята, так и не попал. Не знаю почему. Возможно, просто потому, что это место нужно попробовать по сюжету попасть. Я хер его знает, поэтому решил пока его оставить. Просто продвигаемся дальше по сюжету. Ибо вот несколько точек, вот этот зал сюда попасть просто нельзя. И это место тоже сюда попасть пока что просто нельзя. Я не знаю почему, поэтому будем смотреть, будем стараться продвигаться дальше. Ладно, погнали. У нас там уже заждался Эндрю Райан, так понимаю, сейчас движемся куда-то в сторону этого парня. Я себе, кстати, в прокачку поставил еще на дополнительную ячейку инженерную, то есть, и туда влепил этот, как его, взломщик другого автоматов. То есть, теперь у меня, если я взломаю автомат... Блять! А, это мины вонючие! Короче, теперь, если я взламываю автомат, и, как говорится, вообще скидка просто бешеная. Можно аптечки покупать за сраные копейки, а это реально круто. Так, вот, тут есть проход налево. Сначала, наверное, все-таки пойдем посмотрим, что у нас тут слева есть. Какое-то у нас отделение чего-то красивого и интересного. Тут уже все в камерах. Это, конечно, пиздец. А, ну это, в принципе... Ох, уровень, конечно, сложности. Но если очень запотеть, конечно, можно в космос полететь. Да, как бы... Ёб тебя за ногу, а как здесь? Как здесь... А, так, походу так. А где проход-то? Стоп, а где он? Я пока не вижу прохода. А, он здесь сразу. А, так. Это сюда, сюда. Так, а дальше-то как? Здесь со всех сторон эти. В смысле? Что за херня? И что мне это дает? Типа, я же не могу пустить по сигнализации. Нет. Никогда с такой жопой не сталкивался. В смысле, опустить через больную я тоже не могу. Какого хера? Что мне это дает, я не понимаю. Что мне это дает? Что, где я тут неправильно повернул? Здесь по-другому никак нельзя было пройти. Тут нет прохода, в принципе. Какого хуанхэ здесь происходит? Не понял. И терпят меня ждут эти роботы. Но это, конечно, весело. Что за херня? Что это за херня была? Что за хрень? А где автомат, который этот позволяет мне снять напряженность? Где он? Должен быть автомат. Должен быть автомат, который позволяет мне снять за деньги. Тихо. Он где-то в начале тут был, где-то в начале. Я сейчас просто просру жизни всех вообще. Ой, ну нахер там надо было. Какого черта? Там не было прохода. Да что за срань, блин, не бесите меня. Заткнись, Атлас, пожалуйста. Тут проблема неебических масштабов. Просто пиздец, ты бы видел эту жопу. Купил 9 аптечек, уже все просрал. Это кто? Это кто-то? Что происходит? Да что происходит? Какое дно океана? Какой кислород, блядь? Я просто умираю. 6 секунд, быстрее, камера. Да еб... О-о-о! Что за кипиш? В общем, она ничего, но за деньги ни от какой грязной работы не откажется. Если она еще жива, то, думаю, захочет спасти деревья. Ведь это она их сажала. Я ничего не понял, братан, что ты там трындел. Там какая-то бабища появилась, которая сожгла все нахрен. Потом какая-то херня распрыснулась и не знаю, что сделала. Вообще, что произошло? Мне теперь сюда. А нужно было идти туда. Я ни черта не понял, честно говоря. Такое, наверное, просто бывает. Такие моменты, когда ты в какой-то панике. Там не было... Я впервые столкнулся с тем, что просто нет прохода. Так, мины, патроны мне, в принципе... Хотя... Я бы такой, наверное, все-таки сейчас себе купил одну вещь. Это патроны для гранатомета. На случай, если придут большие ребята, надо будет с ними серьезно, так сказать, разговаривать. Я думаю, эта штука будет очень даже нужна. Что-то я реально прям аж какой-то в транс-шок впал. Типа, что это? Что это и какого хрена это было вообще, в принципе? Какого это имело вообще место быть? То есть не было прохода.
Я вот и снял, окей, чеки сняли, зараз соберут к завершению взлома и что-то... Хорошо, а это что? Перегрузка спровоцирует короткое замыкание, которое вызовет сильный удар, избегайте любой ценой. Но через них же можно пройти каким-то образом или что? Текущая чеки перегруженная. А то походу с ними как-то разбираться. Вот эта штука, как это, наверное, скорее всего, через нее можно как-то пройти, только непонятно как. Так, ладно, мне нужны патроны, да-да-да, сколочные гранаты, 38 баксов, 3 штуки, а, согласен. В принципе, это должно хватить, наверное, сейчас, деньги все-таки оставлю себе на аптечке и так далее. Пиздец, мучас, мучас, грациас, да-да-да-да. У меня было 9 аптечек, и до хера всего я все просрал на какой-то одной стороне атаки, которая... Что эта тварь сделала? Она распрыснула какую-то херню, которая, походу, убила весь сад. Все деревья завяли. А-а-а! Может быть, теперь открылись эти? Все, я понял. Это какая-то секта, блин, сжигателей растений. Походу, теперь, возможно, открылась этот проход туда, куда я хотел. Так, жидкий азот. Точно! Так, стоп. Это само метро. Сюда можно пройти? Кислород на критическом уровне. Начат процесс герметизации. Все шлюзы закрыты. Благодарим за внимание. Чёртов город построен так, чтобы никого не выпустить в случае тревоги. Либо мы вернем эти деревья, либо ты останешься тут насовсем. В смысле? Суть в чем? Подожди. Проблема с кислородом, при этом нас закрывают, нету деревьев, они погибают. А где логика? Немножечко логики можно, совсем капельку. Там что-то есть? Да. Там что-то было, я собрал что-то. Герметизация всех шлюзов. Это я понимаю. А причина какая? То, что все деревья погибли, типа кончается кислород? Какие-то, блядь, символы. Ёб вас за ногу. Чё за секта? То есть выход теперь только через... Так, подождите. Так, стоп. Если все шлюзы закрыты... Это тоже получается закрыто или еще или как? Вот, да, теперь появился проход. Здесь стояла бабища, она что-то поджигала. Вот он проход, ведущий нас не знаю куда. Нету слов, одни эмоции. Откуда здесь это? Люди, которые верят в какие-то божественные деревья. Здрасте. И которые вдруг невзначай начали пить кровь. Я, конечно, все понимаю, но... Раствор хлороформа, контейнер, бухлишка. Это немножечко чертовски странно. У них тут еще и места для жертвоприношений были. Кошачий корм кошечка. А, так это походу они и есть, эти боевые маги, я так понимаю. Так а нахера это место было мне показано, если здесь нихера нет. Здесь чисто трупак пробитый и все, на этом все. Какой-то проход есть, но туда скорее всего попасть нельзя. Ничего не понял. Это, походу, их было место, типа, ложбище. Туда пройти нельзя, не туда дальше нельзя, я понял. То есть, я сейчас просто зашел, чтобы понять, кто это такие. Хорошо, я понял. Не очень хорошая секта. Так. Тихо! Пошел ты нахер! Падла. Где он? Малыш! Сука! А патроны, патроны кончились! Дай время, дай время, дай время! Спасибо. Падла. Жри, жри, свинец. Понравилось? Надеюсь, тебе понравилось, дружище, надеюсь. Блин, кстати, появился. Сука. Да все, все, все. Изыди, откинься. Хера себе, по 3 фаербола за раз. Это боевой маг, блин. Улучшенная версия. Самое обидное, что эти чокнутые пиздострадальцы, как говорится, типа, имеют столько над нами преимущества. Так. Стоп, это ж теперь тут открылась дверь, вот тут. И здесь тоже открылась дверь, я так понимаю. Так может что-то надо туда вернуться, типа, посмотреть, что теперь там, ну, как там... Опа. А, стоп. Так в этом, наверное, и суть. Мне надо теперь каким-то образом вернуть деревья, то есть, скорее всего, тут тоже пройти нельзя. То есть, этот шлюз, скорее всего, тоже закрыт. Я больше, чем в этом уверен. А, нет. Так, стоп. Сюда я перейду сюда.
Но мне нужно по факту сюда попасть, я так понимаю, в конечном итоге. Понял. Просто есть две точки на карте, где, скорее всего, сейчас сгнили деревья, там можно пройти, скорее всего. Мне надо попасть туда до того, как я восстановлю деревья. Ой, деревья. Это же не ты, правда? Нет. Райан. Кажется, я знаю, как спасти деревья. Это генетический препарат. О, смотри, с кем я говорю. Ты не мог бы найти мне образец розы Галлики? Да без проблем. Мне надо продолжить работу, пока есть время. Ты, самое странное, что ты... Блин, я не против, ты, не против, так сказать, со всеми этими людьми пообщаться, вести... О, ни хрена. У вас тут красиво. Скорее всего, что типа пихты, либо секвойи, которые дают весь кислород. Блин, я в очень красивом месте. Я бы не прочь с этими ребятами со всеми пообщаться, ну то есть, чтобы... Ох ты ж, зараза. Боевой маг? А, обычные застранцы. Даже не страшно. Даже не страшно. Потому что, как бы, ну, раз они здесь всем заправляют, они до сих пор еще живы, какие-то свои опыты проводят. Ну, почему бы не поговорить с ними, так сказать, тет-а-тет? Но они все, блин, где-то там, где-то за камерами. Это меня печалит. Тихо. Было весело, согласен. То есть Эндрю Райан жив, и Атлас жив, и эта бабища жива. Все живы, я тут, бляха, один хожу. Хоть бы кто-то с мной встретился и поговорил. Мне уже одиноко, на самом-то деле. Так, ладно. Мне куда? Не сюда. Зачем? А, нет, все правильно, надо подняться наверх. Да, возвращаемся. То есть, скорее всего, папочка лежим. Я вроде с папочкой со всеми справился. Так, это что за... Это что за место появилось? А, вот он, тот самый тайник первый заросший. Так. Еще одно место погребения с странными символами. Да-да-да-да-да-да. Где ты? Ой. Мой перпул целит твоего. Оказался. Мне повезло. Блять, опять просрал все аптечки. Опять просрал все аптечки, просто это... Они просто сгорают. То есть, как бы у меня вроде есть жизни, я их прокачиваю, но нихера. По факту, блин, реально нужна, походу, броня, а не жизнь. Я слишком быстро теряю свои хпшки, они прям улетают. Так, кругом бухло, 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 вино Аркадия, Аркадия, место погребения. Так, а что он мне дает это место погребения, непонятно. Садить оружие, сейчас заряжу. Электрокартечь осталось. Что прок от этих мест? Что-то я понять не могу. Ну, открыла тебя. Ну, пещера, да. Со странными символами. Что дальше-то? Что, надо сюда фаерболом запустить тоже? Какой-то знак местный. Нихера тому подобному. Блин, непонятно, к чему это место просто тогда. Ну, зашел я сюда еще дальше. Увидел одного из магов. Круто. А он того не стоит. Игра не стоила свеч, я скажу так, это прям совсем не стоило. Так, ну теперь получается центральная дверь. А, ну да, чистилась она. Сразу поворот налево сейчас. Только камера не это. Дай мне мозги, пожалуйста. У меня кончилась Ева. Это вообще проблема. Так, чья-то могилочка. Здрасте. Да, а вот и Ева появилась. Это хорошо. Дневник. Понятно. Ну, короче, бизнес пришел в город и понеслась. Жара. Кстати, я забыл сфотографировать, уже давненько не фоткал. Может, там какие-то еще плюсы появились бы. Больше, больше фотографий. А, тихо, 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 тихо. Завали ее, завали, 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 завали. Гаси. Гаси. Жирная бабища-то какая оказалась, а? Ну да. Нет, если ты
будешь сад-собирателем? В смысле, сад-собиратель, конечно, хорошо, но я могу поджигать огонь пальцами, типа, это не проблема. Так, тыковки, все дела. То есть, короче, пришел бизнес в город и началась, типа, начали искать выгоду, типа, вот, мы можем здесь, типа, продавать кислородик. Это даст нам некоторые плюсы, собрана картечь. Начнем забывать цену. То есть Эндрю Райан, скорее всего, сначала все это дело, так сказать, делал в идеальном ключе, но доказано, что идеальных систем в человеческом, так сказать, смысле не бывает. Человек слишком ёбнутый, чтобы все было идеально. Так, револьвер. Нам куда? Нам сюда? Нет, нам налево. Сначала тут я еще не был в этом помещении. Наконец-таки станция усовершенствования оружия! Я ее ждал просто. В смысле, это кто был? Это был мутант Громила, его подожди, фанатики. Опа. Приятно. Мне бы найти медстанцию какую-нибудь хотя бы банально. Так, прокачка оружия, это надо сохраниться. Вторая прокачка за очень долгое время. Так. Увеличение убойной силы револьвера. Может, револьвер довести уже до состояния просто монструозного, я не знаю. В автомат точно прокачать не буду. Так, скорострельность дробовика тоже не самая лучшая вещь. Вот убойная сила дробовика, вот это, конечно... Я с дробашом хожу реально часто, но просто дробаш такая зараза, он действует только сблизи реальности. То есть вот эти дальние перестрелки приводят его в дикий ступор. Но, блин, реально надо увеличить убойную силу, то есть не хватает убойной силы дробовика сейчас. Я все равно с него вою достаточно часто, поэтому... Во! Сделаем из него красавца. Что, ну как бы револьвер и так уже прокачан, куда же его еще? Ну блин, это крайне мало станций прокачек, крайне. Хочу больше. Хочу реально побольше прокачек. Так. Что за отделение такое интересное? Наконец-таки... Хоть тут уровень взлома просто невозможный. Так, обратный. Да. Вот опять бы без дороги. Как здесь проходить? Нет, здесь есть путь. Это радует. Просто надо сейчас успеть его оформить и все. А, ну тут, в принципе, я успеваю. Это не проблема оказалась. Вот там просто охереть, там не было пути. Как бы это факт. Не поворот. Все. Да, сейчас за копеечки аптечки. Да. Единственное, пропало с торговли Ева. Ее здесь просто нету в автоматах. Я не знаю почему. Прям бесит. Ладно, аптечек затарил себе целую гору. Это радует. Предметы. Опа! Здрасте! Фаербольщики сраные. О, ну мощность, так сказать, получше стала, конечно, тут не поспоришь. Где она появилась? Здорово. До свидания. Спасибо. Мощь, конечно, стала прям попизже. Вот это была электрокартечь. Это самое обидное. Так. Сейфы это взломать. Уровень взлома прям детский. Так. Главное успеть. Поворот теперь налево. Вроде успел. Дальше уже опоздать просто невозможно. Теперь нужен поворот сюда. Ну и все. Окей. Что внутри у нас? Доляры, аптечки, еще две штуки, это хорошо. И очень много доляров. Так, а это мы сейчас где? А, ну как раз таки вот продукт... А, это продуктовый рынок. Это я на рынок пришел. Вау. Тут рынок свой был. Это круто. Мусорные баки обыскать все. Рынок это неплохо. А пройти дальше я не могу, я так понимаю, да? Блин. Сука, закрыта дверь. А, нет, могу, походу. Стоп. Если очень захотеть, или я сюда потом попозже приду, слушайте. Может, я опять полез, так сказать, это, вперёд к батьке, в пекло? Эта вещь не притягивается. Да, скорее сюда я потом еще приду, потому что, ну, я не могу пропустить такое место. Продуктовый рынок. Или не приду. Но я сюда пройти точно не могу, вот в чем проблема. Эти все штуки закрыты, это официально. Так сказать, дать какой-то здесь разряд, чтобы это все дело открылось, вроде как нет такого. А очень бы хотелось, там эта записная книжечка. Либо есть какой-то проход снизу под боками. Сейчас осмотреться быстро на скорую руку. Нас там заждались с реагентами. Нет, нихера здесь прохода. Скорее всего, я сюда еще вернусь. Рано сюда пришел.
Я, как обычно, полез. Здесь была прокачка оружия. Скорее всего, это перед финалом. Может быть, какой-нибудь босяра будет. Но зато я уже готов буду к нему, если честно. Не думаю, что это плохо. Нам сейчас сюда. Понимаю. А, стоп, нам вообще сейчас куда? По заданию. Все зоны закрыты у нас. А-а-а, опять в место, где как раз-таки я уже был. Короче, я как обычно, блин. Я побывал везде, где потом... Но у меня это чувство, оно у меня постоянно зудит в заднице, типа, что я могу что-то упустить, и типа, иди, иди, посмотри. Тихо. Да тихо, дробашек. Вот, пошла жара. Подожди, 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 подожди. Малыш, малыш. Давай, давай, бей их током, бей их током. Нравится, нравится, нравится. Нравится, нравится. Что там продлится? Куда ты убежала? Куда ты убежала, зараза? Стой! Как тебе, сука, такое? Я током бьюсь, я бьюсь током, током бьюсь, током бьюсь. Тихо, 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 тихо. Отлично. На-на, музыка спокойная играет. Приятный вечер поутру. Это что такое? Маскировка безопасности. Ваши враги остановили камеры слежения, тюрели там, куда не хотел попасть. С помощью маскировки безопасности вы сможете изменить температуру кожного покрова, чтобы обмануть камеры. Да. Это круто. Медэксперт, накопитель Евы. Опять что ли Ева канал придется изничтожить. Походу придется изничтожить Ева канал. Хотя у меня сейчас вообще нету Евы, в принципе, кончились шприцы. Ну раз так надо. Почему бы и нет? Так, патроны. Автомат. Так. Кстати, вот по поводу автозломщика, ты начнешь думать, нужная штука на самом деле. Может сейчас все-таки себе закупить парочку. Пока есть вариант. Так, вода прет отсюда. А мне нужен поворот наверх. Стоп, а где вообще выход? А, елки-палки, я потерял выход только что. Нашел. Не тот поворот, не тот поворот. Сейчас бы была фиаско, на самом деле. Стоп, 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 вот, 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 да, да. Ё-моё, это было опасно. Так, стоп, какого хера? Да ёптя, возьмись. Все. Так, а теперь можно автовзломщик сделать себе, да? Несколько. Ну, пока есть варианты. Бронебойные патроны. Что будем сделать, да, как говорится? Кавалерные противопехотники тоже. Ну, типа, если ресурсы есть, то почему бы не делать? Я на все ресурсы, короче, потратился. Иначе я так буду это все дело хранить очень долго. Я это собирать-то собираю, а использовать не использую. Поэтому, мне кажется, это я сейчас правильно сделал. Так, да, шляпочки. Все прекрасно, это я все осмотрел. Да, хорошо, хорошо. Камера снижения, теперь я от них защищен. Так, а мне предлагают спуститься вниз, либо... направо. А, ну здесь я уже бывал. Здесь просто теперь трава отросла, да, если мог сюда попасть. Все, хорошо. Я здесь уже был просто. Вот это та самая роза. Да-да-да-да-да. Я же ее уже просто видел. Читал здесь все. Это самое интересное, что в этих местах уже бывал. Уже все и так повзламывал, типа. Дохлый котя. Угу. Блин, просто в этой игре как бы вот эта вот грань, понятно, между тем, когда ты можешь что-то упустить, и когда вроде как игра линейная. Вот хер его знает. Все? Что? Что-то кто-то ворёт? Кто, блядь, разорался? А заткнулись все быстро! У меня тут свой личный огнемет есть, поэтому если хотите поиграть со мной, можете подойти сюда, он с вами поиграется. О. Дверь открылась? Огнеметик, давай, родной! О-о-о, давай-давай-давай-давай-давай-давай, заходим сюда, заходим сюда, заходим. Огнемет? Сейчас, сейчас, они подойдут. Подождем, подождем. Угу. Молодцы, молодцы, да-да-да-да-да-да, хорошо, 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 прекрасно, все ништяк. В смысле, не, что ли, не будете заходить ко мне? Уроды. Вот же ж уроды. Их, походу, завалили мои тюрельки, я так понимаю, да? Печалька. А, нет, живы. Ну, она почти сдохла. Точнее, она уже сдохла. Ага. А где мужичок этот, который мне стреляет? А, у нас что? Сейчас, подожди. Я к тебе приду. Не переживай. Бу, куда ты ушел? В смысле, ты ж конченый. О, падла. Как тебе такое? Тебе нравится? Ой, все.
Закрыли лицо и молчим. Так. Весь город уже, в принципе, подо мной. Тут уже куча камер моих, типа. А я в гоночку-то с Атласом и Эндрю Райном-то сейчас это, походу, вклинюсь. Вот тоже за свою партию. Долина Аркадии. Ну, я вроде все собрал. Все тайники, все, что здесь было, все. Тут один какой-то странный перешейк был. Я не знаю, так ли он категорически нужен. Не думаю, что там какая-то тайная прям тайность. Хер бы с ним. Погнали. Опа! Здравствуйте! Сэр, как ваше ничего? Вы слишком жирный. Слушайте, может вас фотографировать на самом деле? А то что-то вы какие-то слишком жирные. Ну-ка. Прогресс практически идеален. Да-да-да-да-да-да-да. Ага, все, больше нельзя, только пару раз. Хорошо, хорошо, я сказал. Хорошо. Эти противопехотные револьверные патроны, это что-то адское прям вообще. Просто адски адовое. Еще взрывная картечь есть. Короче, полный фарш. Так, снайдите меня. Да-да-да-да-да. Ну все вроде бы. По идее, да? Мэм! Я вам принес розу. Принес розу, да. Ну так чего же ты ждешь? Письменного приглашения, посылая ее по пневмотрубе. Сейчас, мэм. Послал. Да, превосходно, превосходно. Зайди ко мне в кабинет, я сейчас тебя впущу. Кажется, я знаю, как нам вернуть в лес зелень. Хорошо. Всех свои кабинеты. Блин, красивое место, мне нравится, нравится эта локация. Блин, здесь живут хорошие люди. А, обыскать пневмотрубу, мне нихера нету. Опа. Осталось ли тут хоть что-нибудь, что не растащили эти дикари? Бумажные полотенца, чернильницы, даже мои старые подшивки географического обозрения. Небось украшают ими теперь свои мерзкие алтари, проклятые маньяки. Ну, бывает. Ну что ты хотела? В смысле, мародерство — это нормальная тема. Также женщина, которая никогда не откажется заработать деньжат. Райан пообещал, что если я смогу поднять доходы от Аркадии, часть прибыли осядет у меня в кошельке. Вот я и задумалась. Мы платим за кислород, когда получаем фотосинтезирующие деревья. Черт, то мы могли бы продавать излишки в город и сбивать цены остальным. Райан, это точно бы понравилось. Компания Фонтейн держалась за О2 зубами и когтями. Так я что, вроде уже слышал? Хера по второму кругу крутить? Непонятно. Это мы и так знаем. Так, я слышу камеры. Я тут везде подключала систему безопасности, ага. Так что стрельбы не будет. Заходи ко мне в кабинет. Прям сейчас с тобой увидимся? Женщина впервые за долгое, так сказать, путешествие? Нихера себе. Хакер-эксперт, оригинальный тоник, суперхакер, включает сигнал тревоги, помогает избежать перегрузки. Это необходимый плазмит, линейки суперхакер. Блин! На один показатель тревоги, на один показатель перегрузки меньше при взломе. Это круто. Может это будет убрать слоу, типа я так по скорости уже успеваю все это дело взламывать. Так, у нас 2 минуты непонятно чего. Время какое-то пошло. Это типа она сейчас включила камеру, у меня есть 2 минуты, чтобы пройти. Подожди, я тут еще не смотрелся. Красиво. Так, да. Она дала мне время, что зайти к ней. Мэм, я просто немножко растерян, так сказать. Сейчас я хочу с вами поговорить. Было бы очень даже приятно с вами поразговаривать. Если вы... А где вы? А как? Что? А почему? Не понял. Лаборатория-то у вас неплохая, но где вы сами? Кто сказал, что старого пса новым фокусом не выучить? Сперва женщина-биолог 4 года придумывает способы, как очистить от листвы деревья в Тихом океане, чтобы распугать япошек. А теперь, вот, я сижу на дне Атлантики и пытаюсь сделать то же самое, только наоборот. Адам. Джин помножить на атомную бомбу, помножить на Еву и змея. Поглядим. Интересно, тут лаборатория. Это что за водоросля? Тут она что-то выращивала. Лаборатория у нее, кстати, знатная. Именно по своим масштабам, так сказать, по функционалу здесь есть все. Вот что за время здесь текло, я так и не понял. Интересно, как времечко пошло. Но она вроде бы отключилась система, поэтому тут все безопасно. А там она выращивает какое-то гениальное дерево, которое здесь, походу, является всему голова. И все это заливает нахер водой, и это как-то странно, то есть... У меня есть подозрение, что электрический гель. Так, конвертер мне пока что не нужен.
Есть какое-то подозрение, что это не совсем рабочее место, как будто она может быть не совсем жива. Блин, там кварталы жилые просто на 600 метров вниз. Я спускаюсь, до сих пор еще не достиг дна. Нет, кто-то кашляет, гаечный ключ, спасибо. Второй. Куча тюрелей. Так, дерево растет. А что у нас? Это генетический банк. Дверь закрыта. Так. О, сохранялочка. Чей-то трупак. Там что-то блестело. Мне показалось. Я просто на проблескивание уже какие-то эти, типа... О, типа, значит, ну что-то есть, надо посмотреть. Так, а дальше-то куда? Блин, куда я иду? А, все. Конечная станция. Я видел эти проходы с окна. Здрасте. О, она на туре жила. Ля. Обалдеть. Джулия, мы заключили сделку, ты и я, разве нет? Позволь, я тебе зачитаю контракт. Раздел 3, параграф 4. Мистер Райан. Райан Корпорейшн сохраняет за собой эксклюзивные права на создание, использование и применение препарата лазер. Погодите. Нет, прошу вас. Право собственности — это цивилизация. Мистер Райан. Твою мать, что происходит? 9457. 9457. Тихо. Всякий раз, когда мы продвигаемся на шаг вперед, Райан берет и отодвигает конечную цель на другой край поля. Да я понимаю, меня на самом деле начинает уже напрягать, потому что я думал, что он хороший парень, но оказался просто конченным ублюдком. Так, 9457. Скорее всего, это написано, хотя могу же ошибаться. Он убил, короче, еще одну свою эту. Все, короче, живые, адекватные люди, которых я нахожу, он всех убивает, это меня начинает напрягать. Нужна информация, нужна подпитка, я не получаю никакой подпитки, только вот с этих, с дневников. Я 25 лет убивала деревья. Мёркли еще в 20-х. С японцами на Ивадзиме. Но никогда еще не возвращала их из могилы. А теперь получилось, Бекки. Мамочка вырастет свое первое франкен-деревце. Назову свое творение препаратом Лазаря. Может, это и мою карьеру тоже поднимет из мертвых. Да. Почему все такие-то странные, просто жуть. Управление туманообразователем, от которого здесь все это, так сказать, дело и распылил. Понятно. И там поперли опять эти людишки, задолбали. Так, конвертер мне не нужен. Это ее труп. Да, это реально цифры. 9, 4, скорее всего, 5, 7, скорее всего. От чего и для чего, не пока что непонятно. Химический распылитель. О-о-о, добрались наконец-то. То я собирал эти все азотные херни. Теперь я могу всех сжигать нахрен. Это радует. Так, а от чего пароль-то? Вот в чем вопрос. Ботаническая иллюстрация. Обучите контейнер для... нихера себе. Так, стол. Сейчас. Вот, теперь я знаю, для чего пароль. Так, 9, 4, 5. Снимем в обратную сторону. 9, 4, 5, 7. Ага. А внутри у нас ключ от рынка, формула препарата Лазаря и доляры. Препарат на 99%, я уверена. Мне всего-то и нужен бутон розы галлики, чтобы подтвердить анализ. Дистиллированная вода, чуть-чуть хлорофилла, энзимы, выделенные из медоносных пчел. Все правильно, белочка, пчелина и слюна. У вас есть сложные задания. Посмотрите все части этой цели, выберите активное задание. А, то есть теперь... Ох, нихера, ответвление пошли, типа я сейчас должен буду выбирать, как пройти дальше или что? У вас появилось сложное задание. Так, ну я понимаю, конечный этап у нас вот здесь вот. То есть мне надо будет запустить сейчас систему, так сказать, которая распылит всю эту гадость и восстановить деревья. После этого сработает система наполнения кислородом, то что типа есть кислород и можно открывать шлюзы. И откроется основной этот порт. Так, каковы задания?
создать препарат Лазаря, найти 7 частей дистиллированной воды, найти 7 образцов энзима. А где это все искать? Для изготовления препарата Лазаря требуется 7 частей дистиллированной воды. Найдите их в Аркадии на продуктовом... А, рынок, хорошо, на рынке я был, это не проблема. Так, а эту штуку где искать энзиму? Бля, теперь не щелкается ни хера. О, хера. Так, короче, понял, на продуктовый рынок там мы уже бывали, это, в принципе, не проблема. Теперь я буду сам ученым. Блин, жалко, конечно, Бабищу, что... Вообще все это бесит. Он прям начал, я понял, это все начало, так сказать, немножко нагревать меня и готовить, наверное, к тому, что все-таки Эндрю Райан какой-то просто законченный уебаха. И рано или поздно мы с ним встретимся лоб в лоб именно в битве. То есть он ни хера не белый и пушистый, он пиздюк, который отхватит, так сказать, по самому не хочу. Здорово, ребята! Как жизнь? Все хорошо? Немножечко улыбаемся. Мутант Громила. Да-да-да-да-да-да-да. Улыбаемся. Гениальные фотографии. Просто гениальные фотографии. Практически, так сказать, докачал. Да, докачал. Дополнительный урон. А, в наши опасные времена, мне кажется, стать чуть быстрее. Лучше свою реакцию. Помните, что нужно обогнать не чокнутого мутанта, а только своего соседа. О, это ж вообще херня. Вы двигаетесь и размахиваете гаечным ключом быстрее. Вот еще гаечного ключа похера. Двигаться быстрее я бы хотел. Массировка безопасности, накопители Евы. И, блин, наверное, пока накипятель Еву уберу. Все-таки хилки мне нужны, чтобы я хилялся хорошо. Все, подожди, стоп, я хочу испытать свой распылитель. Ребята! Сука, зараза, это сгорит уже нахер. Спасибо. Ля-ля-ля, летит. Ну все, уже не летит. Было весело, согласен. Ты пожарилась и... Опа! Он вроде бы одинокий. Это тот самый, который я оставил, походу, в живых. Без этой, без девочки. Так, ну камеры, по идее, не должны меня палить. Я же... Ой, а, ну это не камера, это... Ебаная тюрелька. Тихо. Спокойно. Спокойно, я сказал. Так, быстрый взлом. Очень быстрый мега-ультра-взлом. Проход я уже примерно вижу. Поворот сюда, поворот верхний, поворот боковой. Обратный удар, собственно говоря. Да, здесь вот так. А здесь вообще, как говорится, Сергей. Вот так прекрасно, да. Есть контакт. Так, хорошо. Стоп. Папочка. Мне бы сейчас папочку под себя поджать. Где он? Куда он, бляха, ушел? Куда ушел папочка? Стой, дружище! Все. Воюй с ними сам теперь. Воюй. Можешь ломать все. Здесь все ломай. Все ломай. Я разрешаю тебе все ломать. Это все твое. Играйся с этим дерьмом сколько хочешь. Да в смысле? Ты можешь не воевать? Вот это... А, я сама умерла. Тихо. Так, здесь все собрали. Вроде бы все собрали. Погнали. Ты вот эту ракетницу, ты ее уже разъебашил. Хорош. Я просто себя сомневался, дружечка, но походу зря сомневался. Сюда пройти нельзя, понял. То есть просто возвращаемся обратно. Хорошо. Ты идешь? Малыш, ускоряйся. У нас проблемы небольшие. Аркадия велика. Ага. Большей частью поля. Если ищешь что-то конкретное, советую начать с деревенской ярмарки. Понял тебя. Я тогда пытался пробиться в прошлый раз, но не получилось. Так, идешь за мной или нет? Я вот вроде бы все смотрел, но... Поэтому можно просто бегать и не париться особо. Все уже собрано, все обчищено. Все почищено, все прекрасно, все хорошо. Бля, у меня кончилась Ева, то есть в какой-то момент папочка станет не за меня. Это будет мне печалить. А вот ярмарка. Я здесь уже был, уже мутаншу эту... Опа! Бля, ребят, давайте раз на раз как-нибудь между собой ебашки. Да, понеслась жара. Ага. Нормально. Да, ага. Прекрасно. Тихо. То, что будет все удобно. Нету Евы! Там Ева! Блять. Бля, они между собой воюют, даже будучи друзьями. Лол. Вы, конечно, даете, ребята. Мне нужно автомат сейчас купить себе этих. Стоп, где-то здесь был. Он был до меня. Пусть пока воюет. Двое в драке, третий в сраке, поэтому туда не полезем. Это разборка двух крупных парней. Я не в их весовой категории, поэтому простите. Не обессудьте. Так, где тут у вас здесь был автомат, я помню.
Где он? Где-то слева. Надо купить аптечек себе. А, тут же Ева не продается. Блин! Это не тот автомат. Это не тот автомат, подождите, это... Стоп, это оружейный. Это дерьмо. Мне нужен не такой автомат, а торговый обычный. Капец, просто капец. Это кончилось, Ева, это она реально кончилась? То есть она кончилась в автоматах здесь почему-то, не знаю почему. Что-то странное место у вас здесь. Ебать там ебашилова до сих пор. Просто в слюни ребята херачатся. Тэнс. Автомат уже поломан. О, вот. Уже взломаны? Да, уже взломаны. Нету Евы, блин, хоть аптечку для себя. Пошел в задницу! На мужика, раз, постойте мне стрелять. И ты сдохнешь. Мне нужна Ева. Есть Ева? Нет, у него кого Евы, блять. Это бесит. Куда она делась? Куда делась Ева, в принципе? Блин, тебе реально, я зря убрал эту Еву, Ева-инъектор, блин. Хоть какой-то прок от него был. Теперь просто нету Евы, блин. Так, кто здесь не должен победить, по идее? Кто-то победил? Кто-то да, кто-то нет. А где? А, вижу. Так, хорошо, один погиб, это радует. А где второй? Какие были получены ему вещи? Тихо, это пушка. Труп, это пушка. Слышу странные шаги прямо здесь. А, он практически сдох, кстати говоря. Может, убить его сразу, чтобы он не мучился. Блять, только нет. Эмер, не посылай дрона. Дрон это плохо. Дрон я сейчас почему. Блять. Я немножечко подустал, на самом деле, подзабился этой территорией. Так. Где он? Я практически свалил его. Какой долгий, давний, далекий... А, я, кстати, появился сейчас на этой. Стоп, а где эти ребята? Ай. Че, я зря месил его, что ли? Качество, да-да-да. Там в каком-то углу, где-то наверху я видел... Ева Шприц. Но это было не здесь, это было в другом месте. Максимальное количество, да. Но аптечка же так сильно не радует, как бы это было раньше. Проход на ярмарку. Окей. С четверга вводится новый комендантский час. Откуда берутся такие, как я? Я целыми днями смотрю на гены и нигде не вижу следов греха. Я могла бы во всем винить немцев. Но, честно говоря, в палачах Аушвица я вижу не чудовищ, а родственные души. Эти дети, которых я мучила, пробудили где-то глубоко внутри то, что другие считают восхитительным чудом. Но для меня это проклятие. Материнский инстинкт. Ну да, странная ты, конечно, девушка, я тебе вот что скажу. Но симпатичная. Была. А, это была Тененбаум. Я что-то уже запутался, честно говоря. Нету ни Евы, ни черта. Так, а где вода дистиллированная или какая там это, очищенная? А, где, а вот там какой-то банк есть. Это хранилище. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, это только вход на рынок. Тю! Я думал, это и был рынок, а это был чисто вход в него. Здрасте, приехали. Джулиет, если хочешь проводить время с моими пчелками, что ж, мне придется брать с тебя деньги за удовольствие. Если я еще раз выйду и обнаружу, что ты толчешься рядом с моими ульями, то возьмусь за ружье. Что ж до твоего вопроса, да, я хоть и с трудом припоминаю, чему учат в школе пасечников, но вроде там что-то было связано с тем энзимом, о котором ты столько болтаешь. То есть энзим это фермент, который выделяется из пчел? Откуда берутся такие, как я? Я целыми днями смотрю на гены. Да это я читал уже, Тененбаум, пожалуйста, замолчи, материнский инстинкт, все дела, да-да-да-да-да.
О, центр города, походу, пошел. Красотища-то какая. Да. Ты детей мучила, ну ты и мразь. Воу. Здравствуйте. Фаербольщики сраные. Блять, что происходит? Зараза. Тихо. Жидкий азот. Блять, ничего себе, что он слишком жесткий. Это что такое? Он просто невероятно быстро передвигается. Кто вы такие, блять? Здорово. Тихо. Пиздец. Какие-то адовые фаерболы. Отсюда. Одна выпища тут всех замар... Блять, да алло. Алло. Не-не-не-не, тихо, камера. Я не хотел. Тебя можно взломать? А в прыжке? О, в прыжке можно взломать. Камера же будет за меня. Это хорошо. Мне, значит, на мою помощь придут эти дроны. Так, да. Угу. Надо быть более активным, я так понимаю, в этом ужасном месте. Иначе тебя здесь просто распотрошат. Ага. Все, блять. Да харе! Высылай дронов! Высылай! Где там мразь? Замерзни! Привет! Патроны кончились! О! Они реально рассыпаются прям от заморозки? Обалдеть! Так. Враги, камеры, водичка. Так, что это у нас? Совместные усилия. Ну-ка. Дети с их длинными играми, бессмысленными песнями, с их жуткими занятиями, с их пугающими папочками-зомби. Что же, мы все приложили руку к великой цепи усилий. Там и моя рука, и рука Фонтейна. Все мы за нее тянули, а она тянула нас. И все же эти дети — сущее проклятие. Однако не я один тянул за цепь, породившую их. Нет. Их маленькие пальчики тоже были там, совсем рядом. Фу, что это за дерьмо, непонятно, куриное, походу. Так, ну я понял, что, короче говоря, все не рады. Странный, короче, эксперимент, это я так понимаю, говорил про этих, про сестричек. Странно, что мне показалось, что это какой-то, ну, со слов Атласа, это был продуманный проект со стороны этой, как ее, Фонтейн. Фонтейн это этот, как ее звали это эту, господи, там странное имя какое-то было у этой бабищи, я забыл, как ее звали, Тененбаум, вот, мне вообще-то казалось, что это продуманный проект, проплаченный, типа, что это все не так уж случайно, оказалось, что нет, они все были в ахере, типа, они вроде как это дело спонсировали, прям, ву, ебать, я аж пересрался, это что такое? Тихо, нихера себе. Я аж в шоке. Мне вообще показалось что поначалу, что это прям продуманный проект со стороны всех. Ну, то есть какая-то защитная система, чтобы собирать этот пресловутый атом. Но оказалось, что нет, хер там плавал. Так, стоп, а где поворот? Вот он. Теперь нужен поворот обратный. Еще один поворот сюда. Здесь у нас все отлично. Но оказалось, что не все так, так сказать, красочно. Они, походу, выбились всего этого потрясающего жизненного элемента внутри этого городка. Тогда непонятно, куда они появились, в принципе. Зачем этот сделал их Тененбаум, типа... Что, зачем, почему? Вообще, пока что не особо понятна вот эта вся баталия внутри города. Типа, из-за чего она получилась? То есть, вот в принципе. То есть, был город, появились плазминды, появились прокачки, появилось какое-то безумие, да? Люди стали сходить с ума, то есть, или что? Или это было до, или это было после? То есть, я как бы вот хрен понимаю. Нет, но Фонтейн, ладно, он занимался контрабандой, ему сразу захотелось немножечко больше прибыли от города, чем есть. Но все остальные, вот этот Атлас полез, да, то есть, как, зачем? Почему люди, в принципе, если были люди, которые мутировали, почему другие люди сбунтовались? То есть, вот эти вопросы. Так, ладно, потом разберемся, я так понимаю, мы рано или поздно с этим, с Эндрю Райаном поговорим, и тут это узнаем всю эту подноготную. Я здесь далеко не все открыл, прямо от слова совсем. Так, сейф, ух, крайне сложно. У меня 4 автозломщика, короче. Короче, взломаю так. Мне впаду даже напрягаться. Ага, сики, спасибо. Здесь надо гораздо более тщательно смотреться, потому что рынок большой. Мне надо найти тут пчелиную эту смазку, блин. Которую я пока что не вижу нихера, вот это слово совсем. Она здесь должна это быть. Так, проходы. Отсюда я вроде пришел, да? Отсюда я пришел, с того туннеля. Это все было крайне просто. А здесь мы воевали. Летающая тюрелька была. Оп, кстати, вот снизу. Оп, пачки.
Канал Евы второго не понял. Так, новый физический тоник, канал Ева 2. Получите больше Евы с каждой аптечкой, используйте... Вот! Канал Евы второго. Это ж я теперь быстрее бегаю, маскировка безопасности. Блин, канал Евы это круто. Потому что сейчас я очень мало нахожу Евы в принципе. То есть ее практически нету, самих этих шприцов, они в автоматах перестали продаваться. Если я буду с помощью Евы это получать, было бы крайне круто. Не знаю, маскировка безопасности, может, нахер она нужна? Типа, я так и так по этим камерам хожу и взламываю, какой в них смысл. То, что я стал быстрее ходить, это реально плюс. Это мне реально очень нравится. Мне надо, блин, еще одну ячейку физической прокачки теперь буду знать. Это физический тоник. Так, но медэксперт, это хилка, которая хиляет на полную. Она мне тоже очень нужна. Тогда, наверное, пока что поставлю вместо... Ай, ладно, пока уберу скорость. Пока уберу скорость, я придержу. Хотя я уж так привык к этому полету своему, но теперь, походу, придется немножко от этого отвыкнуть и убрать это все дело. Так, ладно, это хорошо. У нас теперь стало прокачки больше Евы получать от аптечек, это прям приятно. Потому что Евы стало реально маловастенько. Так, универсальный конвертер. Собственно, вот он, наш магазинчик. А мне брать-то и нечего. До хера всего, 9 аптечек, патроны есть, все есть. Ева вроде бы будет пополняться и так, если я буду использовать аптечки, да? А кто-то ходит, мне кажется. Опа! Тихо! А, это моя камера засекла кого-то? Здрасте, приехали! Гасите его, гасите! А смотрите, какой хер на меня атакует? Летающий вертолетик. Не понял. Какого хера он против меня? Ну-ка. Слышишь, оно, блядь, терпи за меня. Этот вертолетик прилетел, получается, этим мужичком? Этот мужик управляет вертолетиками? Нихера себе, кто такой? Мутант? Как тебе, мутант-стрелок? Почему он пришел сюда уже с вертолетиком? Непонятно. То есть с ним был подручный. Так, дружище, спокойно, все под контролем. Ну, не то, чтобы, конечно, много мы его получаем, блин. Сейчас тогда ломану этот гребаный автомат. Мне реально есть максимальный автовзломщик, пожалуйста. Вот нету Евы. А, нет, инъекция. Наконец-таки. Просто на все бабки. На все бабки. Как бы аптечки у меня есть, у меня реально кончается Ева. Это просто... Вот на все всрал на свои ресурсы. Что до этого не было, наверное, в 5 автоматах подряд нихера Евы. Это прям меня бесило. Блять, тут была аптечка. Вот, сохрани деньги. Генный банк. Не, это херня. Это все херобора. Труп, патроны, да-да-да-да. Прекрасно. Еще труп, еще деньги. Большой зал. Ни хера не вижу здесь ни ферментов, ни черта. Тихо. Тихо. Это кто такие? Ой, ребята, у меня тут свой, так сказать, этот есть. Летающий. Парняга. Огонь. Пошла жара. Стоп. Кончились боеприпасы. Взрывные. Папа был прав. Как тебе такое? А он хорошо горел, слушайте, качественно. Ля, не ломай. Не ломай мой вертолет. Ты жив, что ли? Да сдохни. Так, я вижу здесь, походу, водичку. Блин, картечь взрывающаяся просто бомба. Ля, кто у нас ждет нас, да? Ты нас ждал, засранец? Тихо, противопехотные патроны. О, хорош. Спасибо. Спасибо за твое добро. Да, денежки, это прекрасно. Так, о, еще Евочка. Отлично. Так, что у нас здесь? Провода, всякая херня. А, кстати, конвертер. Может сделать себе автовзломщиков парочку, кстати говоря. То они что-то в последнее время стали прям пригождаться мне. Потому что все больше элементов, которые я уже не могу взломать от слова совсем. Так, мне нужен верхний поворот. Это он. Это он еще раз, и здесь просто вертикальный подъем. Нет, здесь нужен этот обратный подъем. Все. Есть. Так, теперь можно. Бронебойные патроны, вот эти взрывающиеся картечи, тоже, кстати, охеренная штука. Автовзломщик раз, автовзломщик два, взрывающиеся картечи. Там можно, в принципе, парочку себе сделать. Почему бы и нет? Почему бы, как говорится, и нет? Она реально сейчас прям жестко поджигала пацанов. Бедный парняга. Это, кстати, кто? Мутант Громила. Надо сфотографировать. В смысле, фотография не сделана, какого хера? Во! Нормальная фотка. Ну, сдох и сдох, в принципе, бывает всякое дерьмо. Так, и этого парня надо тоже сфоткать. Очень даже фотогеничные ребята попадаются. О, кстати, почти! Почти я докачал до новой прокачки. Так, это что у нас? Это у нас дистиллированная вода. Так, короче, с водой решили... А, 1 из 7! Я забыл, это же надо будет 7 штук таких найти. Ядрить ту в корень. Это проблема. Так, это что у нас? Это автомат. Которым я почти не пользуюсь, потому что
без прокачки на урон, без прокачки на, собственно говоря, этот, как его, понижение отдачи просто вообще не рабочий. Так, что у нас здесь? Это папочка, что ли? А, он давно уже сдох. Давно уже откинулся, бедняга. Кто, кто, где? Какой-то мистер Райан. Тихо, 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 тихо. Незревающийся картечь. Кто тут за мистера Райана, а? Слышишь, ты, блядь. Это я! Реально, теперь это, эти патроны, они просто, они вышибают нахрен. Просто. Бэмс! Так, кстати, какая-то супер... это что? Тихо, а я могу это взломать? Да в жопу код, когда это можно взломать. А, автовзломщиком просто, и не паришься. Как бы, зачем искать пароль, когда это можно просто взломать? А, что у нас здесь? Электрическая цепь, гель, деньги, контейнер, в котором какая-то хера, всякой херни, да? Патроны, сказка, просто сказка. Не зря, так сказать, потратил автовзломщика. Все забрали. А, еще аптечка, но у меня нет места. Сейчас будет место. Оп, под аптечку. Так, автомат. Автомат, автомат. И, блин, я уже заблудился, здесь столько перипетий. Я так понимаю, что надо попасть во все эти точки, потому что во всех точках как раз таки находятся вот эти вот элементы, которые мне нужны для создания реагента. Сегодня на прогулке я впервые столкнулся с такой парочкой. Он кособокий громила в вонючем гидрокостюме, она грязнуля в замызганном розовом платьишке. Бледная до зелени и как-то странно держалась, так словно бы родом совсем не отсюда. Нет, я понимаю, что такие люди тоже нужны. Но хотелось бы, чтобы они вели себя хоть чуть-чуть поприличнее. Тихо! Опа! Мутант-маг! О, опять эти сраные маги. Здорово, 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 здорово! 5-6-8! Ваншот! Ох, ты ж ядрить эти взрывные под... Так, теперь надо собирать все ресурсы, короче, делать все взрывные патроны. Я так понимаю, он рассказывал про как раз таки вот эту вот папочку и ребенка. То есть он к ним, он к мутантам причастен, потому что он платит им адамам, этим мутантам, они на него работают. Но к этим тварям, это именно рабочие, которые на Тененбаум работают, то есть он про них не знал. Он когда их впервые увидел, он охерел, типа, того, что вот ребенок и с папочкой, типа, и так далее. Понятно. Одна из девочек подошла и села ко мне на колени. Я сталкиваю ее с криком «Пошла вон!» Вижу, как у нее изо рта струйкой течет адам густой и зеленый. Грязные волосы падают на глаза, одежда в лохмотьях и мертвенный блеск в глазах. И я чувствую ненависть, как никогда в жизни, горькую, обжигающую ярость. Перехватывает дыхание, и вдруг я понимаю, что ненавижу уже не этого ребенка. А кого? Себя, что ли, получается? Это что за сложная была такая аллегория, которую я не понял? Блин, стоп, это ж была Тененбаум, она же сделала их, или нет? Тогда я вообще не понимаю, вот я что-то в этом плане сейчас прям запутался. Она их просто защищает, потому что они ей понравились? Тогда кто они? Откуда они появились, эти сестрички? И, кстати, до сих пор я так и не понял, что за адам. Вот что за реально... Я понимаю, что это какой-то генетический ресурс, который позволяет, так сказать, что-то творить. Но плазмиды — это плазмиды, а адам, что это такое? Он говорит, зеленый, струящийся адам. Типа, что, как, почему? Непонятно, честно говоря. Ну ладно, мне кажется, по итогу мы это разберем в любом случае. Я вроде внимательно слушаю все эти диалоги, то есть они достаточно интересные, но... Опа, ловушка. Ловушка это... Хорошо. Подзар... Не та сторона, что ли? А, вот она. Огля! О, взорвали. Ящик, в котором ни хера нету. Дерьмо случается. Ладно, это мы в любом случае рано или поздно разберемся. Привет, маленьких сестричек. Опа. В тревожные времена дайте вашей девочке ту жизнь, которую она достойна. Бесплатный пансион и обучение. Дети — это будущее восторга. А, ну да, конечно, я не спорю, я не спорю. Так, ладно, ребят, я предлагаю нам показать эту серию. Мы с вами ворвались, так сказать, в рынок. Сейчас дособираем водички и этой, господи, какой-то там химозы, который выделяется из пчелок. Сделаем реагент, восстановим сад, чтобы вырубили системы подачи кислорода опять, чтобы открылись шлюзы и продолжим свое путешествие к этому, к батискафу, который нас поведет в базу, где находится Эндрю Райан.
У меня к нему очень много вопросов. В принципе, в этой игре у меня вот пока что самое жуткое желание — это дайте мне хоть с кем-то поговорить. Я до этой докторишки, девушки дошел, ее убили, блин. С Атласом поговорить не смог. Ну хотя бы с Эндрю Райаном, ну пожалуйста, у меня слишком много вопросов. Тут куча этих диалогов валяется, вот этих аудио, так сказать, сообщений. Мне их не хватает. Они обрывочные все, хочется больше информации, потому что, ну, ситуация в этом городе, что-то крайне интересное здесь происходило на протяжении долгого времени. Это не явно, судя по тому, что мы здесь видим, это не вот вспышка, типа вот хоп, и настал, так сказать, апокалипсис. Здесь какой-то был процесс, какой-то вот аполитичный, политичный, оппозиционный, воевали, что-то происходило, какие-то мутации, люди сходили с ума. Так сказать, и вот это все интересно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока.